Смотрите, какое красивое место. Мы дошли, нашли. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что там. Слушайте, какая красота. Так. Так, а как надеть бахилы на такие тапочки? Получается? Вот такая клиника. Смотрите, какая. Прямо на территории отеля. Есть своя клиника, куда вы можете прийти. Здесь есть все. Смотрите, микротоковая ванна, гидромассажная. Так, это трудно выговариваемое слово. Парафанга, да. Это что такое? Фанготерапия – это аппликация, куда входит графит, форум, подводный душ-массаж, вместимость 1100 литров, что позволяет максимально проработать все необходимые участки. Красота. Очень полезно для тонуса кожи, для антицеллюлитной терапии. Рассказывайте поподробнее про парафанга все-таки. Парафанга в данном кабинете также является огромным плюсом, это самообрядывание. Когда гость находится здесь, кушетка подогревается, что позволяет комфортно себя чувствовать на протяжении всей процедуры. А какие процедуры здесь происходят? Что здесь происходит? Здесь происходит аппликация, это либо точечная на отдельной области, либо общая аппликация с акской грязью. Полезно для кожи. Ну, не винные ванны здесь? Да. Ванна-рандеву. Возможно, вдвоем как для одного гостя, а также для двоих. Чем полезно вино для тела? Энотерапия – это тонус кожи. Также детоксикация идет. Главное не глотать воду, в которой плаваешь. Водяные матрасы. Здесь массаж можно делать в 4 руки. И плюс такие струйки, души с музыкой. Короче, к вам надо приезжать на неделю, девочки, да, как минимум, мне кажется. Да. Душ Шарко, это я знаю прекрасно. Ой, ванна глубокой релаксации. Это такая тема для тех, кто любит медитировать. Воду напускается рапан. Здрасте. И вы лежите, как бы парите, да, в морской воде, и через слух проходит вот эта медитация. Плюс по чакрам. Разрабатывает в Японии более 20 лет. Она излучает инфракрасные лучи. Именно длина этих лучей, которые есть в данной капсуле, что она дает, самое главное? Позволяет проработать висцеральный жир. То есть благодаря данной капсуле это жир, который скапливает на внутренних органах. А после обеда можно на ней полежать? Я, конечно же, не сдержалась, сразу сказала, что давайте. Ой, какой красивый, как прикольно. Я сказала, девочки, есть офигенный косметолог. Они говорят, Ксения, есть. Так что все, я иду на процедуру, микротоки мои любимые. Сейчас будем омолаживанием заниматься. Все-таки на солнышке лицо, конечно, дает о себе знать, поэтому это очень круто, что ты можешь загорать, а потом приходить и приводить лицо в порядок. Вот сама клиника. Вот отель. В общем, все на одной территории. Очень удобно. Так, ну что, я пришла на процедуру по лицу. У нас сегодня увлажнение. Видите, какие красивые кабинетики. Аппарат я вам уже показывала. Уже я делала такой в Москве. Хорошо, что он здесь есть. Потом вам покажу эффект после. Во-первых, я вырубилась, час спала. Проснулась, вот, девочки, показываю без фильтров. Смотрите, какой личико, кайф. Очень хорошо. Процедура просто великолепная. Как она правильно еще раз называется? Я в Москве ее делала, я помню. Да. Гидромеханопилинг и безинъекционная мезотерапия интрасьютикл с методом трехслойного гиалуронового наслаивания. Я бы просто это не выговорила, вы понимаете, да, при всем желании так сразу. Спасибо. Очень
на бодине. Важная стёрка в алтине. Хотел зайти к домами Константина, мне но стыд. А если не пиздено, питать, и меня везет на базу. Полчаса до дома стучу по ночам струну. Я запишу еще один ключок. Мама, прости меня, папа. За бумаг, прости, за запах. Ты баба дало. Ты последние два года я все чаще бываю за обхода. Как ты сестра дала, ой, да ладно. Но абсолютно не в банку вырывать листы из тетрада. Наш отдарады, вам это нравится души. Попайте в ладоши для Саши, Игоря и Лёши. Автомат Калашника. Мазы в локоте. Изменится завтра, айс, 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 бэби. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Но пока что я здесь, я в Ялте. Я тебя люблю, услышишь? Айс, бэби, айс, 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 бэби. Даже когда я буду на небе, но пока что я здесь, я в Ялте. Я тебя люблю, ice, ice, baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе, но пока что я здесь, я в рэпе. Я тебя люблю, слышишь? Ice, baby. Ice, 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 baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду